соболишка, что ли, приходил в гости. Ну да, соболь. Вот, решил, видать, что-то в сковородке искал тут. Уронил сковородку. Я ее сюда вот вешу. Соболишка. Откуда-то оттуда шел. Эх. Ну, здравствуй, дорогая избушка. Встречай хозяина. Хорошо, тихо, спокойно. Гостей не было. Все на месте, все в порядке. Сегодня у меня тут чаечек, ребята, с шиповником запаренный. С вечера еще запарил. Сейчас горлышко смочим. Пойдем посмотрим. Что там у нас с пивой, да? Витровал. Пора уже откапывать, готовить бревна.
Чаечек вкусный. У нас как бы больше суток шел дождь. Вот такая вот у нас началась внезапная весна. Как бы сказать, то мороз, то снег, то дождь. Вот. Дошел сегодня налегке, без лыж, не проваливался. Шел дождь, вот буквально когда вчера, сегодня за ночь подморозило, было минус, я пошел, было минус 8. Вот. Но еще обещают по Кемеровской области у нас до минус 27 даже. Вот. Непредсказуемая погода у нас в Сибири нынче. Перепады большие. То оттепель, то дожди, то снега, то морозы. Вот это вот хуже некуда, когда такая погода стоит. Ну, на то она и Сибирь, матушка. Так, войдем, посмотрим бревна, где можно что тут вблизи взять. Сейчас уже снег начинает потихоньку осаживаться. Вот, дело к весне. Так что попробую вот это копануть. Я уже от него отпиливал по зиме, оно сломано, ветром еще сломало. Сейчас вот снег держит прям замечательно, я сегодня в ботинках, так что вон уже даже землю местами видно. Так. Вот такая вот уже древесина, ребята.
залопывать, что ли? Не пойму. Погодка сегодня шикарная, солнце прям припекает. Да, хоть снег держит еще нормально. Сегодня прям более-менее можно ходить. Так, сегодня я хочу, ребята, приготовить в афганском казане хаш. Это такое армянское блюдо. Вот. Свиные ножки. У меня уже они тут одна нарубленная. Взял с собой приправки еще. Вот. Свиная нога, из нее буду готовить. Что? Вот такая вот, ребята, свиная нога. Разрубил я ее дома, так что она сюда в самый раз войдет. Так что сейчас почищу лучок.
Пучок прям брошу сюда целый. Лук, приправы. Вот, и залью водой. И поставим все это дело на огонь на 40 минут. Вот, будет такое армянское блюдо сегодня. Туда несколько лаврушек, веточку, также добавлю соль, перец, немножко приправки сюда помолим сейчас, потрем. Ну и все, можно ставить на огонь. Ну а пока у меня тут готовится, я сейчас наведу порядок в избушке. Подмету, разложу тут нормально вещи. Вот, будет чисто, уютно. Заодно сейчас закидаю дров туда, скважу, пускай сохнут около печки. Сжигать еще весь мусор, весь хлам этот. Вот сейчас аккуратно складу, пускай просыхают дровишки. Сейчас схожу, распилю какую-нибудь сушинку, чтобы всегда дрова были на растопку сухие. А вот этот вот столбик, он все равно обломленный уже ветром. Вот его и возьму сейчас. Тут даже два столбика. Осиновый вот этот. Ну и вот это сразу заодно. А то приходится сырыми дровами растапливать. Зашкварчал казанчик,
засекаем 40 минут и можно будет ужинать. Хорошо-то как. Сейчас день прям заметно так добавился. На улице уже 7 часов вечера, а еще светло. Вот, наготовил сушины на растопку. Хорошо в лесу, тишина, покой. Только небо что-то опять подзатягивает. Эх, ну что, ребята, можно снимать, пробовать. Что у нас тут за хаш получился? Армянский хаш по-таежному. Я думаю, пушка, наверное, получилась. О, ребята, тут просто такая бомбочка. Посмотрите, мяско аж от косточки все отделилось. Бульончик наваристый, насыщенный. Так что будем лакомиться. Вот такое вот мяско. Так, даже не знаю, как его доставать-то отсюда теперь. Все прям разварилось. Каждая косточка, друзья, отдельно. Просто пушка. Прошу к столу. Прям во рту тает. Вот такое вот разваривается все. Разварилось прям. Вкуснотища. Объедение. Водичка кипит, сейчас чайничек термос заправим.
влезшие им сушиться ботинки. Сегодня что-то они у меня все мокрые. О, надеюсь, не упадут в печку. Ну, сейчас дрова прогорят вот эти. Потом закину цельную чурку и уже лягу до утра уже спать. Эх, ну что, ребятушки, будем укладываться ко сну. Да, сегодня как-то я не особо много дел-то и сделал. Еще с дороги. Дорога была не то что сложная, затяжная. Снег сыроватый. Ну, хоть мне повезло, хоть уплотнился за ночь. Слежался. Вот. Не проваливался, шел. Ну, думаю, с утра уже с новыми силами начнем уже валить, косить, строгать, носить. Вот, с утра пойдет работа, как говорится, с новыми силами. Сейчас за ночь отлежусь, отосплюсь. Нормально будет с утречка, я думаю. Вот, а то что-то да, что-то я сегодня как-то... Какая-то лень на меня сегодня напала, можно сказать. Ничего, знаете, вот приходишь в избушку, ничего, неохота. Хочется лечь вот так вот, руки опустить и просто спать, лежать. Растопить печку и спать, кайфовать. Ничего неохота делать. Это как вспомнишь, это бревна, это пилить, таскать. Ё-моё, это аж страшно становится. Но куда деваться? Надеяться мне не на кого. Я один. Напарников у меня нет. Поэтому надеюсь только сам на себя, на свои силы, на свои руки. Как говорится. Вот. Ну, сейчас партия дров сгорит, закинут туда пару чурок, и уже до утра нормально, я думаю, будет. Хотя на сегодня передали похолодание, что-то там даже до минус 15, минус 20 передают еще. Март у нас тоже выдался такой. Хотя начало марта еще только. Уже у всех весна, цветочки цветут, а у нас он выше пояса снега. Вот как-то так. Так что буду отсыпаться, набираться сил и с утра пойдем работать. Доброе утро. Ох, сегодня выспался хоть. Спал как младенец. Даже пришлось двери открывать полночи. Духота такая стояла, невыносимая. Весь обливался просто потом. Жаль, конечно, что вот нельзя открыть окошко маленько. Так бы регулировать воздух бы. Не вставать, чтоб. Ну, а так нормально. Я ночевкой доволен. В общем, сейчас буду вставать. Разжигать нормально печку. Кипятить чайник. Пока чайник кипятится, я сейчас займусь водными процедурами. Утрешними, попью чайка, ну и пойду
работать. Такой у меня на сегодня расклад. Поработать немного с утречка. И заодно утрешняя разминочка будет. А на улице-то погода-то нелетная, похоже. Что-то поднимается ветер какой-то. Мокрый снег, что ли. Или с дождем даже. Вот такая вот погода с утречка. Хорошо так. Да, вот не зря говорят все-таки, утро вечером мудренее. Пришла ко мне в голову такая гениальная идея. Да как гениальная, можно сказать. Эта идея у меня еще образовалась в моей голове, когда я только-только начинал избушку строить. По сути, и это правильное было. Идея вот эта. Сперва построить туалет надо было, потом уже избушку. Но как-то я все откладывал, и вот решил я все-таки, скорее всего, займусь сейчас туалетом в первую очередь. Его, в принципе, недолго строить. Что там, 4 бревна, доски напилил, зашил, и все. И яму, вот сейчас самое главное, яму выкопать. Вот, займусь я туалетом. Сегодня у меня будет что? Подготовка. Все равно сейчас сруб складывать, пока снег не сойдет. Смысла в принципе нет. Да у нас вот еще метель сейчас начинается, как назло. Вот. А туалет под елкой выкопать. Под елкой снега меньше падает. Так что я выкопаю быстро, в принципе. Вот. Сейчас самое главное, все упирается в материал. Если будет готовый материал, то да, я пришел, допустим, день, потратил на тот же самый туалет, на ту же самую яму, там, постройку его. Это все можно сделать за день. Вот. А это метаться с места на место, я что-то думаю, не то пальто. Так что сегодня я, наверное, сейчас подготовкой материалов к туалету займусь, а со следующим заходом я уже начну строительство. Вот такие вот. Вот так будет и правильно, и это надо было уже давно с одной стороны сделать, не откладывать. А тут что тут под каждой елкой в туалет ходить, что ли? Это тоже не вариант. Вот. Туалет должен в одном месте быть. Ну что сидеть, тянуть кота за яйца. Пускай пока чайник закипает. Вот.
как раз заправлю термос. Я уже его снарядил. Пойду пока настрою пилу. Вот. И буду заготавливать бревнышки. Так, возьму я, наверное, вот эту вот сушину. Она как раз лежит. Мне ее что тут? На две части, в принципе, хватит. Я ее сейчас распилю. Перетаскиваю, тут недалеко, тут лог. Подняться, спуститься, и я считаю, в избушке. Вот, сейчас надо сперва разметить, что почем будет у меня. Что почем хоккей с мячом. Ну, тут сухостоя, вон полно, ребята, и валежина сухостоя. Строй не хочу. Высокий не буду строить. 2,70. Ладно, 2,80. 2,80. 3 метра надо больше, досок уже будет. 2,90, в принципе. Так, одно бревно готово. Сейчас мне надо еще одно такое же. Ох, да куда далеко-то ушла она. Что там у нас получается? Вот поэтому сучку сейчас. Так.
Так, ну, в принципе, опора для туалета у меня уже готова. Останется только напилить доски. Вот. Вот. 4 столба у меня есть. И я буду не квадратный делать, а прямоугольный туалет. Поэтому мне надо 4 столба. И потом досками зашить, и все, и нормально будет. Вот. Заодно у меня тут и чаечек уже вскипел. Так, ну в принципе каркас для туалета я уже подготовил. Приду сюда доски пилить уже в следующий раз. Заодно снег осядет, откроется валежник. Вот, и будем пилить доски. Ну и уже копать там яму и строить туалет. Так что, друзья, я с вами не прощаюсь, а говорю до скорых встреч.